Сейчас Аня зайдет паладином. Какая? Халиси. Красава вообще. Так как он делается, вот условия этой ачивки тупой? Так, ребят, смотрите, Аня-то знает, ладно. Смотрите, ребят. Будем делать ачивку с костами, параллельно будем делать ХМ режим. Смотрите. По костам. То есть первое мы будем бить буревестника Брундира. Отвечу почему. Потому что как раз таки ему нужно будет сбивать косты. И чем быстрее мы его убьем, тем меньше будет костов. Что касается костов. Смотрите. Первый каст сбивает Морг. Естественно. То есть Войд танчишь большого и среднего. Морг сидит на маленьком. После того, как мы заливаем маленького, Морг забирает у тебя среднего. Ты танцуешь с большим. Морг, первый каст твой. В любом случае, сколько у тебя там КД на сбитие каста? Десятка у них. 10. Смотрите, значит, первый каст сбивает Морг. Второй каст сбиваю я. Третий каст сбивает Простя. И четвертый снова Морг. Так как суммоним Аню. Сейчас, секунду. Суммоните Аню, сейчас она в РК зайдет. Так как шаман может миссануть, но все равно, ты смотри, короче, смотри, первый каст собьет в любом случае ДК, ты там второй или третий каст помоги сбить, у тебя, возможно, будет мисс, но на всякий случай перестрахуемся. А вообще ДК, два мага и снова ДК, то есть там нам будет хватать, то есть у Морха будет время, чтобы у него откатился этот скилл. А, привет, Таняша. Женя, я совсем про тебя забыла. Давай тогда ты. Первый каст Морг, второй каст Катастрофер, третий каст я, четвертый Простя. Ну и там черный лимон, там, когда захочет. В общем-то, все. Как можно быстрее нужно залить маленького моба, буревестника Брундира, потом переключаемся в мастера рун Малгейма и затем уже в Сталилом. Так, все, чего вы можете умереть. Ребят, будет кидаться, когда будем бить Малгейма, будет кидаться большая такая зеленая лужа на полкомнаты. Как только увидели под ногами эту лужу, вам нужно быстренько-быстренько из нее выбежать. Она наносит очень много урона. Синие лужи вы встаете, увеличиваете себе ДПС. Ну, в общем-то, все, ничего сложного. Главное, внимательно слушать ВРК. А дайте, пожалуйста, бафы по паладину. Аня, ты у нас один паладин. Ты в Редрике? Паша. Я визу. Да, в Редрике. Все, с тебя каски, если кто-то попросит, дашь кулаки, а так всем каски. Ну, в общем-то, все. Аня, дали все бафы тебе? Пристабаф, энту хочу. Ой, пристабаф хочу. Ну, хлопнула, пристабаф дайте. Все. Чекаю. Сейчас, Юлька, 20 секунд, подожди, я поем хавку. Ага. Че, Настя, говоришь? Говорю, последнего кого мы все-таки выбрали, это метод... Сталилома. Все, пойдемте. Все, все готовы, идите, начинайте. Забирай маленького. Кто первый? Морг. Рука сбили, второй же не готовься. Рука сбили, сейчас я буду. Пима, кто-то сбил за меня. Третий, простите. Че это вы в льду пошли? Третий каз сбили. А не знаю, что-то Войд говорит. Соберу льду. Ну ты видишь, да, как он собрал. Все, давайте мастера рун Малгейма вливаем. Он же не говорил, что рейлин будет. Ай. Ну чего у вас там, ребятки? Ребята, танки. Нормально, танчи двоих. Диспелить только его. И кто его будет диспелить? Приз диспель все с Морха. Говори, когда диспелить. Можешь поднять. Гейм доливаем. Он уже вырос, ребят. Все бурсты прожимайте. Слышите? 30 секунд. Быстрее диспельте там. Быстрее бейте, точнее.
ХД уже прожал, чуть не уронили. И давайте его убьет. Убили уже. Все, молодцы. Ряс, эти Войда. Войд, ты как вагон, честное слово. Да я не вагон, это не хит, просто... Да. Я бы все-таки согласилась с Юлей насчет фразы «Войд вагон». Не. Да. А кого вы убили-то хоть, ребят, уже? Мы убили... Алгалона не трогали еще. Давайте тогда, чтобы... Давайте, нам в любом случае нужен будет второй хил, да и баф лишний не помешает. Я, наверное, зайду на Холли Пала, одного мага вполне достаточно. Тем более, сейчас надо будет хилить Алку в два хила, поэтому я пошла на Холли Пала. Сейчас резайте морха, резайте вот этих танков, так называемых. Зацепился, отойду на минутку. Да идите куда-нибудь потом... Стол, пожалуйста. Хотел да, просто, да. Сделал одну, заебись. А ты, кстати, сделала, получила чего-то, что-то да, прослакала? Да. Ну все, хорошо. Да, идите Алгу, я уже протонулась в Агримара, Аня дала тебе лидера, сейчас зайду на паладина, найдите мне пати, и Кенжи поставишь шкаф. А как у тебя, какой у тебя там уник у паладина, то у меня уже паладин мой. Да я в гильдию плюс она. А ты ж не в гильдии, я волчат плюс она, так же твиночка транслитер. Господство над северным сиянием. Я не играю в это, там другой человек играет тут чаще, чем я. Я работаю. Я целыми днями тупо на работе, либо в гостях. Не, я играю как бы двумя своими основными, с шаманом и этим, и друидом, и все. Ой, а что это я такой маленький стал? Какой-то интересный, смешной. Смотрите. Получилось! Карапуз. Маленький карапуз. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? А можно еще меньше стать? Надо пир для карликов есть. Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа Азерота. Маленький протовар, который смог. Назад, смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. О, мы с тобой одного роста. Ой. Маг, дай, пожалуйста, столик. Либо булок там, я не знаю, спасибо. Да, я потрогаю тебя за булки. А ульды можете не суманить. Правда. Шмот такой себе. В смысле, на БГ все камушки, все. Нацепляю все, наверное, тут тринкет один. Да, ну я ульду хулипала. Вы на Алгалона пришли? Ага. Тебя присуманили, спасибо. Быстренько переодену, трени поем. А у меня трени в банке, сейчас. Юлька, дашь крест, потому что это утарут да. на ап? Сейчас им дам. Трени в банке найду. Так, что там надо-то? Что там надо? Метеоритный кристалл? Талисман. Yes. Так, ребят, смотрите, пока быстренько спекусь, расскажу тактику. Все, чего вы можете здесь умереть, это кара и суровый удар. Кара — это красная метка под вашими ногами.
Как только я сказала Кара, вы смотрите себе под ножки. Если видите меточку, отбегайте как можно дальше. Чем дальше вы отбежали, тем меньше вы получили урон. Это первое. Второе. Суровый удар. У босса довольно-таки длинный каст. Примерно в середине этого каста вам нужно будет забежать в черные лужи такие. У нас их будет разливать Паша, Бендер, Сала. Звезды на тебе. Как только говорю суровый удар, вы уже глазами ищете черную. Ну, готовимся суровый удар. Вы уже глазами ищете черную дырку эту и в нее заходите. После того, как вы в нее зашли, вы бежите куда-то к стеночке или в сторону, чтобы из нее выбраться. То есть суровый удар вы переживаете как раз-таки в этом другом пространстве. Там будут мобы, они будут вас не очень больно бить, весь ваш экран станет таким черно-белым. После того, как вас скидывает обратно, продолжайте бить, хилить, танчить и так далее. На суровый удар у нас оставаться шипы не будут, будут оставаться танки. А, подожди, Войд, ты не переживешь, ведь суровый. А могу спекнуть в протопала, по идее. А Морхом мы спекнем в ДД, да? Давай. Лучше Войда в ДД. А Войд есть ДД у тебя? Понятно. Так, сейчас. Нет, то есть у меня добротик есть еще пока что, я еще не скинула. Я норм. Ну, вообще, лучше бы, конечно, БДК, ну ладно, давай, Морг, спекайся в ДД, потанчишь с Войдом, потому что у нас так-то и шел Морг ДД, я ему спросила БДК, он пишет, да, говорит, БДК, ха, он говорит, нет, я ДД. Так вот, Аня, остаешься на суровый тогда приз, потому что, я так понимаю, не совсем шарит в тактиках. И, ребят, еще, смотрите, такой момент, я сейчас дам Сове ассиста, он будет ставить меточки. А, у меня нету Ани, дай, пожалуйста, Паша, ассиста. Он будет ставить меточки на звезды, которые будет взрывать. То есть рядом с этими звездами, рядом с этими меточками тоже не стоите, потому что получаете урон. Сейчас я быстренько этот аддон настрою на каски кресты. Секунду. Короче, чтобы сделать крит массу, надо три дырки рядом. Тогда еще есть шанс. Пока вот тут это, я отойду на секунду, Войд, ты первый танчишь. Себе. Так, критическая масса, да, хотите? Нет. По-моему, ботов хотим, 25-ки или 10-ки. Вот, хламоботов 25-ки, согласен. Так, 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 так. Нам нужно будет 3 звезды завести. Почта есть, да. Завести в лужу. Паш, тебе нам нужно будет больше луж. Морг, тебе самому придется тогда этим заниматься. Шиш, может, ты обратно тогда спекнешься, будешь звезд. А чего? Кто будет? Это ДК должен делать. То есть ты одной кидаешь таун, вторую грипаешь. Кто-то помогал подбивать, у меня ДПС такой не очень. Это обычно делают ДК, Морг. Вообще в 2 ДК желательно, конечно, все это делать. Чего вы хотите? Сова кинет. Сова пусть подбивает, что сова не шарит. Сова и просите, все. Нет, да не. Сова-то ладно, подбивает. Я говорю о том, что нужно будет звезды заводить. То есть смотрите, ребят, помимо того, что вот суровый удар, то есть нам нужно будет заходить в эти лужи, они будут закрываться, так нам еще и надо будет лужи на звезды, чтобы в эту лужу зашли 3 созвездия. Ну так все, так вы быстро 4 по порядку разбиваете, и 0 проблем. Только сова откинет звезду к черной дыре, чтобы 3 дыры были более близко друг к другу. Чтобы я когда заводил поочередно так, и за 10 секунд 3 штуки завел, и все, и пиздец. Да, но нужно будет Морху рядом с тобой стоять и грипнуть, либо таунт кинуть, чтобы они зашли. И просто смотри, то есть сова откидывает первые звезды, предположим. То есть они после тайфуна одно созвездие остается на месте, то есть оно не будет двигаться. К тебе просто, я тебе говорю, ты находишься там же рядом с этим созвездием. К тебе, например, ДК, либо там ВАР, одно не двигается же, оно же на месте остается. Будет двигаться. Короче, смотрите.
Переделали. Прости, нужно будет кинуть Фрост новую. То есть ты должен заморозить их. Кого? Созвездие? Созвездие. И звезды бить потом. Ну, это мы так делали через вайп. Нет, я не это имела в виду. Чтобы они все три были рядышком. Понял? Конечно. Так одна дыра закроется. Или вы все три звезды хотите в одно место? Через вайп все три в одно место. А, короче, я не знаю, как вы хотите делать. Я думаю, мы по-нормальному будем делать. Давайте сделаем по-нормальному, тогда Морху и тебе придется этим заниматься, Аня будет танчить босса. Но при этом тебе придется, чтобы, когда на Ане будет 4 стака, тебе придется забирать с нее босса. Так, я же говорю, одну первую звезду разбили, вот допустим здесь, да? Хорошо. Вторую, когда начинаете бить, сова подходит вот так, и ее откидывает в ту дыру, и там две дыры рядом, вы разбили. Третье. Похер, где она разбивается, там подходит ДК с боссом, который его забрал у меня и начинает танчить. Третье. Танчит Аня. Ну, Аня. Три созвездия появляются, я их забираю, веду сюда. Этот морг, вы ставите звездочку на любое созвездие, морг его тянет и заводит в свою дыру, я в свои две дыры завожу, и пиздец. Ну давайте, но нужно, чтобы кто-то помогал Паше тогда подбивать звезды. Так сова и маг не справятся, что ли? Справятся, просто посидишь на звездах, да, с Пашей. Че? Да. Чек на готовность. Мы через вайп это делаем? Нет, не через вайп. Я понял, не знаю, как мы все это делаем. Да, но у него же есть там всякие таунты, притяжки и так далее. Не понял. Прист, алло, прием, раз. Будешь ставить метки. У тебя есть ассист. Кто я? Таня эту. Да. А чё, я на звезды, что ли? Ну, ты поставишь Морху меточку, кого тянуть. Он видишь, что тебе пишет в чате. А кто меточки на звезды, которые вы бить будете? Ну, Паша. Вот сколько Паша играет и ходит в ульду с тобой, Юлия, у него даже нет участника в РК. Вот что ты за такая баба-то, а? Был участник в РК, он его снял сам. Так вот и живем. Угу. Пристань эту, еще раз чек. Прист, прием. С РК вышел. Подумал, нахер это говно надо. Какие-то дыры, звезды, блядь. Сука. Не, ну прикинь, не знаешь, что обидно. Я же в гильдии хламоботов танчил 25-ки. И пиздец. Не было ДК. А я затанчил охуенно. 25 человек ачивы получили. Но мне на ДК она не нужна, эта ачива. Обидно. Вообще пиздец. Зато слезы сделал Навара. Я там умолял, говорю. Мне говорят, иди на БДК. Я говорю, не, нахуй, нихуя. Юлька, можешь искать этого Преста, либо Паладина? Я могу на Преста потом кликнуть, мне пофигу, если мы не играем. Секунду, кто-то из ребят с гильдии или Наташа пойдет, или Олег. Наташа какая? Алая Луна. Ну это Лодегвей. Лодегвей, я поняла. Да. Эти, короче, сумонивым магом, пусть не перезаходит. Сумоним фаерсноу. Давайте на ШПЗ, так с вами не похакашишь, блядь.
Ты хочешь кошмар какой? Ну у меня тут есть на магии в десятке слезы. Иди тогда. Да какие слезы тут? Сейчас по-любому кто-то умрет. Да ладно. Да ты чё, слезы 100% с критмассой. Да. Могу на шесть. Вот так и будете перезаходить? Ну, сейчас вот таким нормальным полноценным рейдом пойдем. Видишь, у нас уже, у нас до этого ни одного паладина не было, видишь, теперь у нас давай, два паладина. Что ты не написала это раньше, Юль, ты же видела, что я онлайн. Нет, я спамила в ульду, в гильде. Иди, куримо. В гильде? Я не видела ни разу, что ты спамила про нее. Может, ты спамила, когда в магазин отходила? Жит, приста. Твина, слышишь? Смотри, на господство же танк. Пускай она танком идет, короче, а я зайду на маяка. Ой, чё поменять? Амор в ДД. У меня на БДК. Вот, чё поменять? Шмотки надо на БДК. На блять, то тебе это надо, то. Иди быстрее перезаходи, пока все перезаходят. Что? В каком смысле я танком, ребят? Вы чё? Вообще топ-танк. Вообще таких танков никогда не... 6.2, нифига себе. Вот, ты знаешь, когда я последний раз протопалом играла, нет? Да не надо там играть, ты просто, ну, затанчу там БДК. Ну, с тем итогом, что я собираю себе холипала. Вместо поротик. Пусти, у тебя чё, КД? А у меня КД. А, блин, да. Сейчас на другого зайду. Давай. Чё-то откуда КДшка-то, это же хз. Ты со мной не ходил? Я недавно десятку водил. А, да, путя не было. Там мы ж потом разошлись вроде, не? Помню. Сука. Я сам не помню, откуда у меня это КД, короче. Да это... Смотрите, ДК. Войду легче будет этим ДК. Звездочками заняться. Да. Сонликс. Внимание. Че, выползаем, давайте из АФК. Ставлю рыбку вам. Да. Начнешь, потанчишь, потом Аня у тебя заберет. Будешь звездами заниматься. Сейчас слезы делаем, нет? Мы easy, делаем easy. Критическую массу. Слезы изи. С первого трая. Ну, если не сделаем, я спать пойду. Да, сейчас. Это вообще твой рейд. Прох, Паша. Один ушел курить, второй пошел суп готовить. Чем еще полминутки, там они 2 минуты просили перерыв. Не, ну хоть то, чего сделали. Хламоботы ссаные, это вообще пиздец. Ну это считай, это что, это в десятку надо брать 2 ханта, 2 фрост мага, что ли? Походу так, да? Ты 25-ки это вообще 2 раза больше дураков. Все, тут просишься надолго. Ну шо там? Юлька, поставь ауру. Что там? Юлька, ау. А. Чё? Каст ауру поставь. Сейчас.
А то я знаю, как ты любишь это забывать делать. Да. Паша, тут? М? Тут? Угу. Все, все готовы, давайте начинаем. Близко не подходите сейчас. Возможные исходы этой схватки. Рыбку не поел, ну ладно. Получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Скорбный повар. Не успею. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную. Загрыз. Войт, алло, ты чё? Звезды появились, прости, и Паша. Воу-воу-воу-воу, отойдите. Рассмотрим под ноги. Сивка. О. Сейчас. Вот это закину. О, видишь, она двигается. Она тихо. А раньше на месте стояла. Да. Раньше можно было делать. Что ж, шамана засвечивает. Не, нормально. Мелизона. Это еще хлопнуть, чуть быстрее. Май. Где на меня? Все, хлопаю. Ну давайте, заводите. А четвертая где? А, они одна в одной. Мой, одна осталась. Веди, веди, в следующую. Мелизона. Забирай 400 как раз после. Завели вроде, да? Сделали? Две точно, одну точно завела. Суровый, заходим. Сука, а куда заходи? Тут вот есть дырка-дырка. Оп. Оп. Ну я выжил вроде. Хилюкара. Мне даже ревно снимали, неинтересно. Анстал, дайте бафы хоть какие-то ей. Плюс. Частичку вам. Так, ладно, Кара скоро. Кара, отбежали. Звезды помогут мне. Что, пора переводить. Не оставаться на второй ревностной, ой, на второй суровый или нет? Mm-hmm. Забирай, Войт, забери. Просто у меня даже этот не прокнул ревностный. Паша, есть мана? Нету. А, есть, есть. Вот, сейчас залез. Здрасте. Все, переведи, добивайте. Ничего не получим. На, из трех? Не убивайте, не убивайте, не убивайте! Ну конечно, неправильно вы его убили, вы вообще неправильно заводили звезды. Войт просто Алиса. Сейчас отдельно, две звезды завел. Падайте, падайте. Вы уже с первого раза завели, нет? Нет, вы не завели, но счетчик показывает, но две вы завели максимум. Отслеживание ачивы поставьте, ребята, он каждые 10 секунд сбрасывается. Значит, стоять у трех луж людям с таунтами, с этими, со всякими агрилками. Сейчас порезаю, не покидайте тел. Абсолютно верно. 2 ДК. Спасибо. Я дергаю. Также танк еще может стоять перед вот этой войдой. И, соответственно, второй танк должен завести. Но вначале он должен их все собрать на себя. И по команде РЛ мы просто 2 ДК жмут хватку, а третий просто заводит созвездие. Все. Тогда уже после того, как Шипе и Сова разбивают звезды, вы уже подходите тогда к этим дыркам и ждите. И также нужно метки поставить, кто какую метку будет тянуть, чтобы путаницы вообще не было. Сиди кто-то.
Шаман, не заходи, я тебя сейчас лезу. Четыре кого порезали. Олег, вставайте, резано. Ему нравится лежать. Встали все, ешьте. Зачем тело покинул? Резните его по телу. Резу. Третья Аня тогда сидит на бойсе, воит. Тебе, Морху, а кто третьей звездой будет заниматься? Ж могу таунт кинуть? А кто у нас второй танк? Второй танк может завести, пока наберут. Аня. Аня воит. Ну вот смотри, Аня собирает на себя три звезды, мы ставим на них метки. Войт подбегает к одной дырке, я подбегаю к второй, Аня стоит возле третьей. Мы по команде дергаем каждый свою метку к своим дыркам и заводим их. На Ане остается одна и на каждом ДК также по одной. Я все поняли. Кто метки ставит на созвездие живые? У кого-то есть у кого-то вообще аддон? Точки ставить? Что нет этого аддона? Вот у тебя меня должен быть. Аня, дай ассист ему, пожалуйста. Кому? Войду. На нем же было. А, нет, не было. Сейчас. Авария была. Ой, я промазала. Нормально. Короче, валитесь. Так, чек. Я случайно. Мой протопал оказывается не такой немощный, как я думала, ну ладно. Так, Кенджи, Аня и Фаерсноу. Час. Кем ответственного? Нафиг он нужен? На групп лучше Никому ничего не надо. Мне надо. Не забирай ничего. Ребята, ну давайте, все, все готовы. Начинаем. Сейчас он быстрее загрится, поэтому будьте внимательнее. А что, ты сейчас начинаешь? Войт, нет, начинай ты, Войт. Начинай ты. Кара. Везде. Я свое забрал. Звезда взорвется. Ну да, ты забрал мое созвездие, которое я на себя специально загрел. А нет, нормально все. Так, ну что, скажите, когда готовы. Кара. У нас одного созвездия не хватает. Могу одно созвездие стаунтить на себя. Одно вижу стоит, второе стоит. Не вижу. Вижу. Суровый. Два, да? Как так? Да было три же. Или что? Было три. Я одно сорвал, стал возле дырки. С меня его сорвали, он, но прошло через дырку. Я все. Смотрите, опять. Вот они. Смотрите, каждый, ну, короче, давайте. Разбирайте сейчас по одному. Я на себя оттяну, не трогайте, пожалуйста. Я первый возьму. Дырок еще нет трех. Вот на мне одно. У вас
стака на него. Давайте поскорее, ну, я возле 300 Все, будет второй, забирай. На мне есть одно, я могу завести сейчас. Заводить готовы? Второй там. Давай, заводи. Поехали. Бля. Провалилась? Да. Забрал. Вроде завели ты, да? Все, сейчас подожди. Все, завели. Да, все. Завели, завели, отлично. Резон, отбежали. Я в дре, забери. Сейчас вылезу. Типа, не умирайте, не умирайте, бля. Сейчас вылезу из тьмы. На мне 4 стака. Не умирай. Че, все нормально. Всего все. Это не серьезно. Арам. Суровый. Отдал, где мне попу. А все, защита. Сейчас добазарит и даст чего. Она же изи делается, когда вот таунтиш вот так вот в один момент заводится и заедет. Отрезать вас некому, покидайте тела и бегите на рукожопу. Очень долго будет висеть бой, снимите бой, кто-то маги, 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 маг мертв. Кто там бой может еще снять? Диван кинь. БР, дай БР. Пусть кинула диван, иди лутонири сними меня. Всех. Тя. Я делал релок. Понятно. Ну точните. Ладно. Лутай, лутай, лутай. Фу, Град, Настя. Похоже, ваше. Чё, Град, чё там выпало? Именно в несовершенстве. Дарованная вам свобода воли позволяет пренебрегать законами космоса и выходить победителями тогда, когда идеальные создания титанов оказываются бессильны. Привет. Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Идемте уже на рукожопу, нечего тут лут охранять. Рукожопа. На рукожопе будем делать. А, я не знаю, что надо делать, но я вообще не знаю, что надо делать. Найдите источник. Ищите в небесах. Так, ладно, давайте. Давайте не будем этого. Обезоружено, каждый рейд его делаем, уже надоел этот обезоружен. Давайте сделаем просто, не разбивая рук, просто бурстим в босса. Вот и все. Руки вообще не трогаем, все вливаем в босса, так как рост мы на Алгалоне не давали. С пула, как только все распрокаются, даем рост. Танк залетает под капелькой, я дам капельку. Танки все время прижимаются по одному стаку. Будьте внимательны, переговаривайтесь, врага. Юля, может я дам каплю? По мне-то это будет менее заметно. А я еще и под баблом могу ему каплю дать. Ставлю рыбку, ешьте. Чего не помрете? Умрем. Пускай кидайтесь. Вы будете танчить ты. Я его прожму и подохнут все остальные. Не-не-не, первый танчишь ты. Я боюсь. Я спрячусь. Кого это не волнует? Уменьшите меня. Я сильно большой. Ешьте, ешьте рыбку, будем начинать. Как? Ну, Мимирона будем в обычном режиме делать. Постараемся не умереть. А чё, цены вам не будет? Косарь, цена каждому. Ух, ты, наверное, себе за годы игры, ты, наверное, миллионы заработал. Ну да. То я? Морх, это, Настя, договорились, не обезоружена, а не разбивая рук, попробуем сделать. Это каждый раз делаем этого обезоруженного. Ходи почаще, очень часто его делаем. Да давай ей сделаем, натуре. А, хорошо, давайте делать обезоружен. Красава, ладно, ребят, смотрите. Видите, как легко меня развести. Смотрите, ребят, вливаемся сначала в правую руку, она находится слева от вас. Потом вливаемся в левую руку, она находится справа от вас, то есть зеркально.
Смотрите, босса не бьем вообще. Абсолютно, вы вообще его не трогаете. Все массы исключаете, вообще ничем не должны зацепить. Таким образом, нам нужно будет залить 6 рук. То есть 3 раза по 2 руки. А как только мы начинаем третий раз бить руки, вы правую руку, которая находится слева от вас, бьете до 30%. До 30. После этого ждем, когда отрастет левая рука. И вот когда отрастает левая, весь рейд переключается в левую, кроме одного человека. Этим человеком у нас будет Слипсонликс. Все, кроме Пьёсти. Все, кроме Фрости, бьют левую руку, которая справа от нас находится. Понятно всем? Ты вообще... Нет, нужно еще раз. Там нужно залить две руки одновременно с интервалом в 15 секунд. То есть 15 секунд нам нужно будет залить две руки и добить босса. В общем-то, все. А я буду все говорить. А что ты паришься? Смотри, убили первую, убили вторую. Подбиваешь босса до 40 с дотками. Надо. Хуярит не дот. Надо. Не надо. Ты что, сдурел? Какие дотки? Не слушайте этого болвана. Я вам нормальная эта тактика. Dark Stars какая-то ебанутая, с которой не получить никогда ачиву. Еще раз повторяю. Бьем правую руку, потом левую руку. Мильки заливают трэш. Там Женя, Морх и так далее. Вы заливаете трэш. После того, как мы... Два раза залили обе руки, третий раз они отрастают, правую заливаем до 30% и ждем, когда отрастет левая. Все? Эк. А кто подбивает? Никто не подбивает, я Олег, бьем правую руку, потом левую, потом снова правую, потом снова левую. Третий раз, когда отрастает правая рука, я правую понял, руку. Я приполтел. Молодец, я успела, я очень быстро говорю, я успела 3 раза тактику рассказать. Молодец. Кирилл, ты где? Я отходил, можно тактику? Костя, алло. Давай я расскажу, короче, бей руки. Не надо. Простя. Медленно говори, что ты, чтобы Юля говорила. Простя. Да я тут, в туалете. Питя, так плохо слышно. Вылез из-под стола. Он говорит, что из туалета говорит. Он далеко. Я не слышно. Говорит, что он в туалете. Алло, гараж, почем продашь? Вот. Ты слышал про руки? Ты один добиваешь правую руку потом. Делаем обезоружен. Так, а что делаем? Простя, понял? Yes, sir. Все, давайте, танки, давайте, каплю ему и погнал, Вой. Так, погнал, отлично. АФК там. Ну ладно. Ручкам. Протокол. Правую ручку вливаем. Пока не забираем. Да никто не трогает. Господство забегает, то что не забежишь. Ай, ладно. Давай там бью. Милики, трэш, РТД в правую руку. Не зацепить. Не хочу ничего говорить, но походу у нас Аня АФК. Да. Это... Алло, я умру. Танчи, Морг, помоги ему чем-нибудь. Что-то сделать, я не знаю, рука отрастет. Она подтвердила готовность. Аня. Вот рука сразу забирает босса, я ничего не знаю. Морг, дай ему, помоги ему чем-нибудь. Да сейчас мне ничем не надо помогать. Рука вырастет, он будет бить по мне. Он сейчас не бьет, алло. Что вы такие, блядь? Есть капли, если что, слышишь? Не надо пока. Скажу, 5 секунд. Не скажу когда. Так, давай руку. Каплю, умираю. Фух. 2 капля на мне? Да. Не знаю, что делать. Бейте правую руку. Быстрее, миленький. Просто меня сейчас смотри. Херачьте этого дурака, я не хочу умереть. Я случайно ноут выключила. Да, молодец, Ань. Я тут держусь из последних сил. Он золотанчик. Я сейчас не выберу. Ну простите, я провод дернула случайно. Нет, меня сейчас дернули. У меня же ноут без аккумулятора. Ребята, ждем. Тихо. Ждем, когда отрастет справа. Ой, не бейте. Вы понимаете, что меня сейчас сложит просто? Бля, дайте каплю. Правую руку до 30 нету.
До 30. Пиздец, я не знаю, что делать. Сука, сейчас же убьет. Смотри. Стоп. Стоп, правую не бьем, в левую. Все свич в левую, все. Без исключения. О, быстрее, быстрее, в левую. Сука, незыблемость отдал. Красава, перекати обломок. Я случайно, ребят, простите. Даже никто не умер в одного танка. Представляете, без смерти. Я щиты кидал на него. Щиты по КД, вообще красава. Представляете, какой охеренный танк. Бля, я так боялся. О, ну ну что, тогда вряд ли Каспекуш сам потанчишь всех остальных, да? Да, да, я тоже, Морх, помоги, Морх, помоги. Морх, ты хоть помогал мне? Он подбадривал, блядь. Нет, говорит. Он только морж жал на Ой, ладно, похихикали, хорошо. А, из-под морды уйдите, ничего не могу сделать. Чего он там стоит, этот дурак? Я им дизайн дал. Так, что на Фрей будем делать? Приятного. Зергом. Зерг. Давайте. Ой, только не это, только не это. Дровосек надо. Вырубка. Да, да, вырубку будем делать. Так, ребят, смотрите. Отойдите, отойдите, какая отойдите. Какая вырубка? Ёлки-палки. Я пришел тут ради этого зерга, а не... Что? Ты не заказывал? А чего? Акен же заказывал, он пошел в рейд, чтобы мы вырубку сделали. Я с самого начала спросил, будем зергом убивать или нет? Давайте вот эту дуру зергом убьем. Ищите, я без маны. Да, я могу ее сейчас сагрить. Дагу тогда с другой стороны сагрим ее. Не надо, с этой же будем. Ребят, смотрите, зергом безумную кошатницу будем делать. Кошек заливать не будем. Аня там вот внизу потанцует, постоит с кисками. Все остальные вливаются в босса, естественно, под ростом. А, на всякий случай, если будет дикий защитник, дикому защитнику нужно будет быстренько дать стан. Но это, видимо, буду делать я. Быстренько в него вливаемся. Ну, я очень надеюсь, что так не будет. Ребята, заберите трэш, Смурх. Че вы его забираете? Иди сюда, гад. Дай. А его. Че вы агрите, когда я не на агре? Мару палается. О, красавчик. Смотрите, баба. Так. Сейчас она кружочек навернет последний, будем начинать. Аня, аж там внизу постоишь, ладно, мы тебя похилим. Весь остальной рейд перед ножками босса, все вливаются в аураю, прожимают бурсты, и рост тоже Настя, дашь, как распрокуется секунд через 3-5. Да? Да. Через меня перешагиваешь, дурачок. Тупой, мог вообще. Не вырос, да? Нет, ребят, мы Кенжи очень давно обещали вырубку. Он очень клянчил эту вырубку несчастную. Я просто, Паша, не помню, что ты меня спрашивал, будем ли мы вон этот хэм режим делать на Фрея. Вот я не помню, хоть ты тресни. Вырубка изи, вырубка изи. Хэм режим еще и изея. Мне на самом деле очень не хочется делать никакую вырубку, я бы тоже зерганул, но мне так жалко Кенжи, человек он хороший и давно просит. Ребята, все, давайте, погнали. Сагрили. Встаньте перед ногами, со мной рядом не стойте. Дефир дайте. Хилим. Слипсо, Кирилл, дай антифир на Авойда. Отойдите, отойдите. Ой, я дал сове. Молодец. Хорошо. Не дали, да? Костя.
Уже, ну уже поздненько, ну ладно. Афера, нормально, охеренно. Засекаем. Я даже... Молодцы. Я забыла просто спросить. Да, ладно, нормально. Давайте не будем агрить сугробы, ребят. Давайте, кто агрит сугробы? Я пошла в Летлика, да? Да, давай. А что, вот этот нерабочий, да, спереди сугроб, да? Нет, следующий. Я хотел уже забежать. Принеси там морг на дамажин. Дамажить умеют. Морг, а твой дружок еще играет? Ты помнишь, друг был раньше с ником Имп? Или как-то так? Помнишь в Альянсе? Давно, давным-давно еще Модарток была. Играет. Я почему вас вообще, как мы познакомились, точнее, как я узнала, кто такой Морг, мы регали БГ, и вы тогда, по-моему, с ним поспорили, кто быстрее апнет сотку, вы постоянно регали БГ. Вот постоянно, я помню, тебя хилила. Тогда я первый раз тебя увидела. Давай, имп. Сука, да что ты не крутишься, ничего, блядь, стан дал мне, гад. Крити сугробы. Я там, короче, знаете, что-то возвращаем. Хотел бы отойти там, наверное, после этого босса на трэше, да? Кто-то потанчит? Ладно. Морг уже помог тебе один раз. На другой жопе. Да там, в принципе, их протопало можно. Ну блин, опять спикаться, чтобы перед Фрейей снова спикнуться? Или мы в два танка будем Фрейю? Или нет, сейчас с одного танка. Я про Фрейю. Нет, в два танка, мы швы рубку будем. Ребята, вот я вас поздравляю, вы не сагрили ни один сугроб. Ага, кожа не нафармили вообще никак. Вам походу надо этот клон. Диплом, блядь. Так, диплом, да. Куда ты попёрся? Ребята, а с угробом. Ребята, я вот, как обычно говорю, делаем все ачивы сразу. Сейчас я так говорить не буду, потому что мы все сразу обычно порем, после того, как я это скажу. Поэтому есть ты люди, же которые... сказала, да. Есть люди, которые не знают тактику. Паша, ты что там делаешь? Я не знаю тактику. Ну, рассказывай тактику, я пока трэш побью. Люди, которые не знают. Если таких людей нет, если у всех тактика фул, я просто чекаю и погнали. Да нету таких людей, фул тактика. Ну, все. Большое говно, блядь, с него надо отойти, рядом стоять и потом забежать, когда попадет сугроб, снег. Блядь. Паша нагрел трэш, а теперь повесился бой. Ура. Не висит бой. Да похер, иди сюда этих дураков. Ага. Не умерла. Я не успела на сапогах даже подбежать. Ясно. Бафать, трэшил. Ну так пошли его захерачим. Тагрил, я так и не поняла, кто. Негодяй, красавчик. Все, пойдемте. Паш, дай лапку. Да почему бой-то висит, я не пойму. На, видимо, где-то еще сагрит. Тоже бой. Вот, если он не уйдет, я спекнуться же не смогу. Да пофиг вообще, сейчас босса убьем, все спадет. Вот это будет бой повешать, по-любому. Да это мелкий. Тыкните кто-то. Да го, может, нажать. Тыкните кто-то! Куда тыкнуть? Пальцем в небо. Чекните кто-то. Все готовы. О, погнали. Вспышки заливайте, Starfall с пула. Ставим, не забываем. Стаки не копим. Один стак увидели, прыгнули. Идите к черепу. Тучка, тучка, тучка.
Мас диспел, мас диспел, мас диспел. Я диспелю точечно. Так, и скиньте. Сейчас я пробегусь. Готовьте, скоро сосульки падать будут. Стаки свои проверьте. Жили, встали рядышком с сугробиками. Бежали. Быстренько, 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 быстренько. Прыгнули перед этим, стаки скинули. Диспель киллер. Кирилл. Скинули. Получили? Молодцы, поздравляю. Боже, ну когда уже дробяшка лещит упадет? Сколько можно? Колечко бы я. Там, поди это, хвастаешься ДПСом, небось? Нет, у меня боя, не вижу ДПС. Отошел, Аня аж... Аня в ДД она спекнуться не может. Мур, ходи как-то. Я уже спекнулась нормально, все, скинул с собой. А, у меня тоже, кстати. Да это эти склепы там, когда появились, за них я иду. Там делать на Хадире. Ну, какие-то ачивки. Ща гляну. Ну вот при приста Кирилла надо будет просить. Это с Хадира ачива, Олег. А, подождите, рандомная. Не идите вперед, ребят. Дайте я за агро сначала. Угу. Он сказал уже, дайте за агро сначала. Олег, это ачива работает очень криво, то есть даже если ты ловишь все три бафа, бывает не дается. Бывает так, что человек не старается и получает ее. Вы хотите сделать, кому нужна кровожадность, нужно делать в обычном режиме и объяснить просто, что делать, если он не знает. Контроль разума. Сейчас ТМ будем. Это вон кровожадность, кто-то хочет. А, ну да, мне, кстати, тоже кровожадность нужна. Да, в обычном режиме. Верните червячка, а то сейчас плюнет. Раз. Вы не агрите? Не агрите, чтобы бой не повесить. Не повесить. Не повесить, блядь, деревню. Так, все. Вот ты тут. Какого моба, напомню, а? Защитника. А, нет, защитник это высокий. А, я останусь тут, короче, на арене. Я тебе покажу метку, поставлю, ладно? Завоеватель. Завоеватель. Короче, смотрите, в комнату не надо 5 человек ни в какую комнату. Остается со мной Аня. А мы хэм или обычку делаем? Обычку делаем, кому нужна
кровожадность, просите нам за этого, за. Он зато сама выйдет. Понятно. Так, в комнату, значит, идут вот черный лимон. Так, Sleep Sonic, Fire Snow. Аня тут. Короче, смотрите, в комнату идут Void, Эршам, Fire Snow, Энджи. Все остальные здесь, то есть, Женя, ты не идешь. Первая в пати, кроме Вара, идет в комнату. То есть я вам отправляю всего одного ДД, двух ДД получается. Он у вас там будет, ну, очень много времени и хорошо, что очень хорошо. Поэтому не торопитесь сильно. Мы тут вас подождем, почистим трэш. Спускать только по команде, спускать будет Void. И еще такой момент. Попробуем сделать параллельно, не стой под молнией. Пожалуйста, следите внимательно, как только пойдут молнии по полу, разворачивайте босса, естественно, попой в эти молнии. Ребята, рядышком с кем они идут, просто отбегите в сторону. Вот и все. Но это опять-таки не первостепенно, то есть главное сделать кровожадность. Просто там еще знаешь что? Там почему-то багается иногда, и когда ты пытаешься отойти за контроленным мобом куда-то в сторону, тебя портует в центр комнаты, поэтому стой как-то в центре. Ребят, если ему нужно будет переконтролить моба, не бейте его, пожалуйста. То есть вот с него спадает этот контроль над разумом, он, получается, будет, как сказать, вы сможете его бить, не надо ни массой, ничем его цеплять, чтобы он просто успел его переконтролить. Но опять-таки баг какой-то корявый, то есть его можно отвести в сторону, в принципе, и по нему не будет проходить урон. Но иногда портует. Можно, да? Можно. Так, чек. Void тут. Войда нет, морг что не хватает. Я кулак бафну. Подождите, ребята, Войда нет, не ходите, второго танка нема. А что мы делаем? По жадности. Блять, тут столько шмотка выпало. Ты тут вообще? Давай быстрее, ну, да. Иди в комнате танчишь.